Шевелись, Башар! У нас вы гости! Вы двое! Оставайтесь здесь, охраняйте вход! Убейте чудака! Черт! У меня нет времени играть в прятки! Позиции, Деккер, прием! Мейсон! Мейсон! Да, я тебя слышу. Это ненадолго. Я теряю сигнал, так что постараюсь быстрее. Я отмечаю нужные локации у тебя на КП. Мейсон, не нажимай без разбора на курок. Мы потеряли Альдина, и теперь его приятель, возможно, единственный, кто сможет нам сообщить, где его искать. Ну-ка, что у нас тут такое? За это стоит потребовать премию. Эй, Дек, посмотри, что я нашел. Займись этим, и может, я выбью для тебя бонус в штабе. Я так и думал. За ним! Прошу вас, не бейте меня! Бить тебя? И не надейся. После всего, через что мне пришлось пройти,
я тебе устрою кое-что похуже. Нет, прошу вас, сжальтесь, я не с ними, я просто посланец. У тебя 5 секунд на объяснение. Я просто посредник. Я оказываю людям услуги. Я делаю людей друзьями. Сглаживаю разногласия между моими людьми и разными организациями с Ближнего Востока. Твои люди террористы. И все группы, с кем ты работаешь, тоже. Может и так, но у нас неплохо с деньгами. Если такой разумный человек, как ты, решит к нам присоединиться, его ждет щедрая награда. Не получится. Твой друг Миллер остался доволен. Я не Миллер. И повторяю, этого не будет! А теперь хватит тянуть кота за хвост! Выкладывай все на чистоту, Башар! Альдин с Мавром встречаются неподалеку отсюда, у входа в пещеры. Спасибо. Ты оставишь меня в живых? Американец, ты слабак! Я бы на твоем месте не сомневался и выстрелил тебе прямо в голову! Разумно. Похоже, с Имадом мы не промахнулись. Он выведет нас на того, кто реально стоит за этой операцией, то есть на Мавра. Он твоя новая цель, Мейсон. Следи за Мавром и не дай ему сбежать. Альдин? Он не имеет значения. Можешь его прикончить, если он тебе мешает. Главное, не забудь про Мавра. Похоже, я как раз вовремя. Кейси, проверь, я отслеживаю объект Альдин и... Кстати, а кто этот Мавр вообще такой? Ты слишком долго не занимался активной работой, Мейсон. Он в списке самых разыскиваемых террористов на планете. Вот как? Наниматель террористов, торговец оружием, продавец наркотиков и кто угодно еще. У него руки по локоть в грязи. Если он заодно с Альдином, то дело тут явно не чисто. Ну посмотрим, что можно сделать, чтобы разлучить эту счастливую парочку. Мейсон, у него есть подкрепление. Ты окружен. Я с тобой свяжусь. Мейсон. Ни за что, наемник. Это твое последнее дело. Это ведь для тебя вопрос денег, да, наемник? А я... Yeah.
правосудие придет в твою безбожную страну, и я буду ей судьей! Сегодня платить будешь ты, завтра придется заплатить Америке! Разыщи Мавра. Эта рыбка покрупнее, чем Альдин. Узловое звено всей операции. Доберись до него, и ты сможешь сложить еще один кусок головоломки. Четко и ясно, начальница. И прекрати называть меня начальницей.